Культурно-спортивный комплекс «Путевка» – настоящий центр творческой жизни целого поселка, а также место проведения активного досуга с пользой для здоровья. Спорткомплекс «Путевка» Брянского района был открыт ровно 5 лет назад. Здесь сразу же закипела жизнь. Начали работать детские и взрослые ансамбли, спортивные секции. Огромной популярностью не только у жителей поселка Путевка, но и у всех брянцев пользуется местный бассейн. Главное его достоинство – качество воды, которая поступает из артезианской скважины. Свои первозданные свойства вода сохраняет благодаря современной системе очистки. Для развития, для бассейна мы открыли новую скважину, поставили новые фильтра за эти 5 лет. Как бы мы развиваемся и думаем, что дальше будет еще лучше и больше и красивее. Приходите, оздоравливайтесь. Культурная жизнь в Путевке также не стоит на месте. На бюджетной основе здесь занимаются народные ансамбли, танцевальные коллективы. Я давно хожу на Непоседы, уже вот 3 года, наверное, и мне очень нравится туда ходить. У нас очень хороший руководитель, все такие дружные, очень интересно вообще. То есть мы тут танцуем, поем. Самое главное, мне нравится наш хор, большой хор. Наш коллектив «Непоседы». Там очень много хороших людей. На 5-летие все коллективы комплекса «Путевка» подготовили свои лучшие номера. Поздравляю сотрудников с праздником. Желаю дальнейших успехов в работе. Здоровья им и их семьям. Двери культурно-спортивного комплекса «Путевка» всегда открыты для посетителей, желающих провести свое время с пользой для души и здоровья. Александра Седачева, Евгений Седачев. События, Брянский район.